Всем привет! Впереди 2 дня отдыха и расслабления. Вы уже решили, чем займетесь в эти выходные? Нет? Тогда сейчас мы вам поможем, рассказав о самых интересных и значимых событиях нашего округа. В эти выходные мы отмечаем сразу несколько дней поселений. В списке именинников на эту субботу – Монино, Фряново, Медвежьи озера, Литвиново и Загорянский. С самого утра жители ждут развлекательные программы, мастер-классы, концерты и дискотеки. Занятия по интересам найдут как взрослые, так и дети. В парке Фряново, например, 17 августа с 12 и до 18.00 пройдет мероприятие под названием «Добрых рук мастерство». Это выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества. А в Монино с 11 до 14.00 на площади у магазина «Дикси» на улице Комсомольской будет работать интерактивная площадка Монинской городской библиотеки «Литературный бульвар». Заглянувших сюда ожидают конкурсы, викторины, выступления творческих коллективов и многое другое. В Медвежьих озерах также 17 числа с 18.40 и до 22.00 пройдет концертно-развлекательная программа. Она будет включать в себя выступления артистов, а также световое и неоновое шоу. Обязательно приходите! Ну и не забываем о праздничных салютах. Во всех поселениях они отгремят в завершении дня, а именно в 22.00. С 18 августа жители и гости городского округа Щелково смогут стать участниками уникального торжества – первого офицерского бала Воздушно-космических сил Российской Федерации. Участников бала ждет волшебная атмосфера праздника, прекрасное настроение и множество сюрпризов. Прозвучат шедевры классической музыки в исполнении духового оркестра театрально-концертного центра «Щелковский театр». Гостям вечера покажут танцевальные движения классических бальных танцев – вальса, польки и полонеза. Особым подарком станет выступление солистов Московского государственного театра «Русский балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. Выступят заслуженные артисты России, прима-балерина Валерия Васильева и Максим Фомин. Дресс-код вечерний. Начало в 15.00 в ДК имени Чкалова. Побольше физической активности в выходные. В субботу любители спорта смогут принять участие в авиационном марафоне. Он будет проходить в Монино по адресу улица Авиационная, дом 2А. Регистрация с 9 до 11 утра. Также 17 августа в Щелково на детском городском стадионе пройдет открытый турнир по дартсу. А знали ли вы, что дартс зародился несколько веков назад на Британских островах и до сих пор является традиционной игрой, в которую играют в пабах Великобритании, Нидерландах, Скандинавии и некоторых других стран? В общем, предлагаем мы вам поучаствовать в этой популярной и увлекательной игре. Начало в 11.00. А что же в этот уикенд можно посмотреть на большом экране? Начнем с нового, по-настоящему животрепещущего ужастика, который стартовал в кино с 15 августа – «Синяя бездна 2». Действия в фильме будут разворачиваться следующим образом. Три подруги отправляются исследовать подводный разрушенный город, но вскоре выясняют, что посмотреть на руины приплыли не одни. Запланированное развлечение оборачивается кошмаром, теперь ныряльщицам придется спасаться от кровожадных акул. А сейчас радостная новость для маленьких любителей походов в кино. Скорее говорите родителям, чтобы они покупали билеты на продолжение всем известного мультфильма «Angry Birds 2». Птицы узнали о существовании голодных зеленых свиней, после чего началась священная война, которая длилась многие годы. Однако теперь на горизонте появился новый враг – Зетта, обитательница третьего замерзшего острова. Она считает, что все должны почувствовать на себе силу холода и начинает атаку на дальних родственников, обитающих в теплых краях. Теперь птицы и свиньи должны объединиться, чтобы остановить надвигающиеся заморозки. На сегодня на этом все. С вами, как и всегда, была Мария Буржинская. Увидимся ровно через неделю. Пока!